Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Аолам Ашер Бахарбану Миколь Гемим Венатандлану Эттурато. Баруха та Адонай Нотен Хатара. Благословен ты Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас среди народов и даровавший свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Рад приветствовать вас в Доме Божьем, который называется Орхамашех или Свет Мессии. Вот все, кто здесь, все, кто слушают нас. И сегодня мы рассмотрим раздел Торы, который называется Ваэра. Это имя, этот раздел получил по первым значимым словам текста Ваэра и явил. Вот. Он включает 4 главы книги Берешит. Берешит – Бытие с 18 по 22 главу включительно. И 4 главы включают в себя достаточно много событий и большой временной такой отрывок. Это явление 3 мужей Аврааму у Дубравы Мамре и ходатайство Авраама о Содоме и Гоморре. Визит ангелов Содома, печальный конец Содома и Гоморры, рождение Исаака и изгнание Агари и Измаила, готовность Авраама принести в жертву Исаака. То есть где-то порядка, ну, до 40 лет, скажем, такой отрывок. И мы видим, что в этом отрывке главный герой – это святой Бог и Авраам, так вот, если в целом взять. Святой Бог, о котором пророк Аввакум сказал, что чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, еще раз после потопа напомнил о своей святости, очистив землю от нечестивых людей, Содома и Гоморры. Ну, людям почему-то не свойственно вспоминать о том, что Бог, Он не только любовь, но Он же и святой Бог, и Он же судья праведный, и Он же всякий день строго взыскивающий, как говорит 7-й Псалом. Ну, об этом стоит нам всегда помнить, тем более, что мы, как мы говорим, мы живем в то время, да, значит, последнее время, и на наших глазах разворачивается сцена, на которой будут исполняться события Откровения. И мы даже не знаем и не представляем, насколько это все близко, и, возможно, оно уже все и началось. Да? Просто мы еще пока, может быть, где-то только представляем себе. Но сегодня я хотел бы больше остановиться на личности Авраама. Вот, очень его люблю, честно вам хочу сказать. Люблю всех героев. Да? Вот, и Моисея, значит, и Иосифа, да? Значит, и Давида. Вот. Но Авраам, хотя, кажется, вот у него, ну, не так много дел, по большому счету. Да? Он не вывел, как Моше, целый народ, там, миллионы людей из Египта. Он не стал премьером, как Иосиф в Египте, да? Значит, он, значит, не написал тех псалмов, которые, и не совершил тех дел, которые совершил Давид. Вот. Но, тем не менее, это тот человек, вот давайте мы будем читать. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама?» Это они покушали, да? Ну, вы помните это событие, да? Явились трое ангелов, значит, ну, трое путников, там, мудрецы спорят, узнал Авраам, что это Господь, или не узнал. Короче, они разделились. Вот, значит, и, соответственно, он их принял, приготовил угощение, покушали. И потом, соответственно, они пошли, вот, и Авраам их сопровождал. И сказал Господь, здесь написано, Господь здесь Яхве, «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем».
То есть я рассмотрю как бы вот этот вот раздел, который что-то нам говорит об Аврааме, да, и о Боге, и о том, что Бог ценит в нас, его детях. Вот здесь на самом деле этот стих «Ибо я избрал его» в некоторых еврейских переводах, например, в переводе Санчина, читается так: «Ибо я знаю его». Я не просто избрал его, чтобы он ходил, но я знаю его, что, потому что заповедую своим сынам и дому своему после себя соблюдать путь Господень, творя милость и суд. Я там на всякий случай уточнил в подстрочном переводе, значит, там все-таки написано «правду», то есть праведные дела и суд. Ну, суд это значит, ну, больше, я так думаю, больше относится к справедливости. То есть он заповедует своему дому, вернее, и сам ходить путями Господними, да, творя справедливые и праведные дела. Вот. Значит, и меня, значит, тянуло рассмотреть больше именно вот этот стих, да, вот, потому что здесь мы видим, почему Бог избирает людей. Ну, прежде всего, понимаете? То есть понятно, что, допустим, Иосиф он избрал, чтобы спасти народ и так далее. Но прежде всего, почему он избирает людей? То есть что является основой как бы вот его избрания? И мы видим, что это способность людей, значит, ходить, во-первых, знать для начала, да, и ходить путями Господними, и учить тех, кому Бог доверил. А потом уже, после этого, потом уже племена, народы и так далее, и великие дела. Вот. Ну и все-таки я остановлюсь на более коротком стихе, на первом. «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» Мы видим здесь, знаете, такую близость, да? «Утаю ли я от Авраама?» Вот мы видим, что он говорит как с другом. Впоследствии Господь и сказал: «Друг мой Авраам». Ну, мы видим, что он говорит как с другом. Друзья, еще не было Исаака. Он его еще не положил на жертвенник. Я думал, знаете, как-то вот про себя, я думал, что эти слова он сказал как о друге, да, то есть, ну, после того, как он, ну, возложил на жертвенник. Ну да, доказал. Да, правильно, возложил сына и готов был, соответственно, принести его жертву. Но оказывается, уже другом Бог считал Авраама, когда он что делал? Друзья, он просто ходил перед Богом. Он вышел из Ура Халдейского, да? Он оставил Харан. Ну, Ур Халдейский, это можно сказать, прообраз Египта. Да? Оставил Харан. Ну, это место, ну, можно сказать, такого, знаете, достаточно большого комфорта для, как бы для верующих. Да? Мог остаться, ну, вышел оттуда. И ходил в не очень комфортных условиях, ходил в пустыне, изредка общаясь с Богом. Вот этот разговор, он состоялся через 29 лет после выхода из Ура Халдейского и 24 года после выхода из Харана. И за это время Бог не так часто с ним говорил. Вот этот разговор состоялся после последнего разговора, через 14 лет. А до этого Бог являлся и говорил: «Выйди». Потом он говорил: я тебе укажу землю, в которую идти». А потом он сказал: «Ходи передо мной, награда твоя будет велика», после чего Авраам, ну, возопил просто к Богу, говорит: «Господи, а что же это такое, что творится? Уже там прошло там 15, по-моему, лет, вот, а как бы ничего я не вижу, что это? Вот этот Елезер у меня только есть, а ты мне что-то обещаешь, и я не это». Ну, после этого Господь заключил с ним завет, значит, и опять замолчал на 14 лет. И вот, соответственно, он говорит с Авраамом. То есть, что он делал, друзья? Он доверял, он просто доверял Богу. Понимаете? И Бог это очень ценит. Друзья, Бог очень ценит наше доверие Ему, в то время как Он, ну, с нами достаточно редко говорит, понимаете? Ну, я имею в виду, когда там пророк тебе что-то там скажет, знаете, или что-то такое, или ты там получишь великое откровение о своей жизни. Вот это Бог ценит больше всего. Потом уже, если это есть, вот если есть именно это, простое хождение перед Богом, вот только после этого племена, народы там и так далее. Вот. И вы мне можете задать вопрос: как это ходить? Вот как это ходить вот, перед Богом? Вот, ну, где это вот можно увидеть? Вы знаете, и я хочу сказать, у нас есть примеры хождения перед Богом. Как это? Я, знаете, несколько лет назад, 3 или 4 года назад, я упоминал коротко, вот, как бы две семьи, двух людей, вот, которые, ну, просто коротко сказал, что есть у нас служитель, да, которого я спросил: «Вот ты уже там лет 15, вот ты, считай, в одном положении, да, вот ты,
Ну просто вот ничего не происходит, хотя помазание, оно видно, оно очевидно и так далее. Вот. И сейчас я могу сказать, что это пастор Александр Шейнога, которого наша община, наши пастыря высвободили в Польшу. Да? Вот. И он мне тогда ответил: Сергей Михайлович, я, говорит, доверяю моему Отцу Небесному, я знаю, что в свое время он что-то сделает в моей жизни. Да, и неожиданно, вот, изучил польский язык, вообще он не знал, что там и как, да, вот, и вдруг приезжают к нам пастора, посмотрели на нашу общину и сказали Ребе Валентину Романовичу, вот, мы хотим, чтобы у нас тоже что-то было похожее, как и у вас, помогите нам, вот, и мы как община высвободили, посеяли человека, которого подготовили и который нам очень был нужен, да, туда, в Польшу, и теперь другие племена и народы, как бы, значит, ну, познают то, что они, ну, что принес им, что принесла семья Шинок. Я говорил, значит, коротко упоминал о семье нашего раввина, о том, что они оставили благополучные Штаты. Вот, я просто тогда об этом сказал. Друзья, но есть, вы знаете, ну, мы редко говорим о наших раввинах, а я знаю, они смущаются, вот, но да благословит их Господь, да не смущается их сердце. Вот, значит, ну, вы знаете, есть человеческое измерение, потому что, смотря на них, ну, можно подумать, ну да, там они американцы, им хорошо, они там могут в любой момент там уехать туда и так далее. Но я задал, вот Татьяна Михайловна не даст мне соврать, недавно вопрос, говорю, а вы там не собираетесь туда? Значит, это здесь так тихонечко. Она говорит, Сергей, нет, мы не собираемся. Ну, говорит, ну, я понимаю, что я там осталось. Говорит, когда я беру своего двухлетнего внука на руки, я понимаю, чего мне надо отказываться. Друзья, есть человеческое измерение. Это, да? Я помню разговор много лет назад с Валентином Романовичем, он, может быть, забыл. Он мне сказал, я не знаю, вот как я буду жить в старости, да, вот если я доживу до старости, я не знаю, будет ли у меня пенсия, но я просто буду идти, я доверяю своему небесному Отцу. Друзья, это реально, понимаете, это выбор, это доверие, это тоже дела Авраамовы. Знаете, и Бог, Он почитает выбор такой, вот, вот это доверие. Ну, 3-4 года назад, что было у нас, да? Общинка небольшая, ничего не было, да? И вдруг, через 20 лет, можно сказать, да, открывается Польша, и Валентин Романович высвобождает самого своего доверенного человека в эту Польшу. Вдруг открывается... Сейчас вот рвут его из Мексики, понимаете, приезжайте, учите. Сейчас они едут во Францию, там самая большая в Европе община евреев, там нету мессианских общин. И они говорят, приезжайте, вот, и, это, ну, в общем, помогите нам мессианским. Но это не вдруг, вы понимаете, о чем я говорю, друзья? Вдруг надо ходить годы, иногда десятилетия, для того, чтобы Бог доверил тебе, чтобы Он высвободил. И даже вот это вот здание, я вам хочу сказать, это тоже, оно тоже не вдруг, потому что это доверие Бога Валентину Романовичу, он доверил ему финансы, и, соответственно, мы выкупили это здание, там проводим определенные работы именно через доверие Бога, через Валентина Романовича. И вы можете сказать, ну хорошо, они пастыря, они там, им положено, да, быть героем и веры. Нет, я могу упомянуть вообще вот и наших семью Щепанских, и служителей, понимаете, я честно говорю, когда нас собирают на служение, ну, когда собирает Валентин Романович нас на общение, мое сердце просто обливается любовью к этим людям, потому что они сделали свой выбор, они идут и каждый день делают свое небольшое, невидное, может быть, кому-то кажется незначительным делом. Да благословит их всех Господь. И ну, могут сказать, ну ладно, там пастора, а ничего, я все равно скажу. Значит, полминутки. Знаете, значит, это служители. Друзья, не служители. Я, вот посмотрите, вот есть у нас, здесь, я, по-моему, я видел вот Снежана. Вот. Для меня, вот честно говорю, вот, ее служение, своей семье, вы знаете ее, да? Дети ее всегда здесь. Она мама пятерых детей. И она здесь у нас. И вот 10 лет я ее знаю, я вижу, что дети ее здесь. Понимаете, я верю, это тоже ее выбор. И недавно я увидел, что она учится в МГБИ. С пятерыми детьми, дети вот такие вот, да такие. Она учится в МГБИ. Это ее, да благословит ее Господь, ее семью. Вот. Друзья, верные благословляются с кем? С верным Авраамом. Аминь. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год –
это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.